Всем привет! Сегодня пятница, отличный день. Люблю пятницы. Кто не любит пятницы? Пятницы все любят. И сегодня в пятницу, представляете, пришло письмо от Ютуба. Значит, что у меня на канале, ну там, Ютуб, он такая штука, он добавляет всякие прелести, фишки и прочее, в зависимости от того, как развивается канал. Набираются подписчики там, ну, в общем, по большому счету, чем дальше ты идешь своими шагами по каналам, тем больше тебе добавляется всяких прелестей, бонусов и фишек, которые тебе нужны, не нужны. Это вопрос. Кто-то использует, кто-то не использует. Но я так устроен, что раз оно появляется, ну почему не использовать? Одна из таких фишек, которую я напомню, была уже, это спонсорство. Кстати, хочу выразить огромное спасибо всем спонсорам. Еще раз повторюсь, деньги, которые спонсоры перечисляют, они перечисляют не мне просто так, да, а это через YouTube идет, как бы официально. Поэтому с точки зрения закона все законно, и я даже плачу налоги, представляете? Поэтому, если вы перечисляете, допустим, 2 евро, то, конечно, мне 2 евро этих не достаются, а достаются там бум-бум-бум за вычетом налогов. Ну, копейки, короче. Но, несмотря на это, я вам благодарен прям вот... Как я не знаю даже выразить благодарность. Почему? Потому что это, во-первых, азартнее. Ну, где присутствуют деньги, всегда присутствует легкий азарт. Не столько мне важны сами деньги, хотя и без них никуда, вы же понимаете. Например, куда уходят спонсорские деньги? Могут спросить: о, ты обогатился. В ответ я могу рассмеяться, но благодаря вашим деньгам мы можем заказать себе кружки, мы можем заказать календарики. То есть это получается, даже я как бы чуть-чуть доплачиваю. Ну, спонсоров-то немного, сами понимаете. Но, по крайней мере, спонсоры возвращают себе эти же деньги. Получают удовольствие от просмотра канала, получают всякие разные прелести. И в конце концов получают еще и кружки по результатам. Кстати, кружки у меня хранятся. Все спонсоры, которые не получили кружки, они должны как-то их получить. Я их храню. Поэтому, если есть у кого-то какая-то возможность, свяжитесь, родственники, друзья, ну я не знаю, как это сделать, но кружки хранятся. Я их, конечно, никуда в переплавку не отправлю, это понятное дело. Ну так вот, еще раз выражаю, еще появился один спонсор последний, ему тоже огромное спасибо. Я специально не называю сейчас имена, я как-нибудь потом сделаю заставочку. То есть количество спонсоров, оно... то больше, то меньше, то у кого-то подписка кончится. Отказаться от спонсорства можно в любой момент. Но, короче говоря, спасибо большое, ребят. Но вы помогаете развитию канала. Итак, на этом тему закрыли. И теперь о второй фишке. Вторая фишка, потом я покажу на канале. Это появилась кнопка сегодня, с чего началось видео. Сегодня появилась кнопка, которая называется «Спасибо». Большое спасибо! Большое спасибо! Спасибо. Большое спасибо. Большое спасибо. То есть под каждым моим видео на канале, увидите, есть кнопка теперь «Спасибо». Там нажимаете, и там тоже 2 евро, 5 евро. Я даже не помню, какие там суммы. Ну, тут уж классно, что не надо мне ничего придумывать. YouTube за меня все придумал. И там есть суммы, которые вы можете пожертвовать в качестве «Спасибо». Вот. В результате, что получается? Если вам видео очень понравилось, ну, к примеру, да просто даже, если хотите сказать мне спасибо, вот некоторые там пишут, елки-палки, какое тебе там большое спасибо, спасибо. Можете просто взять, нажать кнопку «Спасибо» и поблагодарить финансово. Эти деньги точно так же пойдут в общий кошелек, мы будем какие-то делать сюрпризы, подарки по результатам года. А еще, благодаря спонсорству и вот этим кнопкам «Спасибо», те люди, которые, я уже не раз говорил, 3 раза пришлют информацию о каких-то событиях, на основе которых рождается мой ролик, ну, выходит, то есть вы один раз прислали информацию, но эта информация должна быть актуальной, свежей и быстрой. Потому что я работаю быстро, если пришла информация, я поехал и снял. Ну, или что-то такое, которое может отложиться, да, ну, то есть случилось что-то такое, или где-то построили что-то, где я, может быть, этому не уделил внимания, потому что я не знал, что это случилось, я тоже не все знаю. Поэтому, если 3 таких приходят наводки от человека, который мне сообщает, и в результате этих наводок появляются 3 сюжета, значит, ему тоже кружка «Сирокез» партнер. А если приходит видео, которое выходит от кого-то, от подписчиков или неважно, от зрителей,
приходят видео, на основе которого я делаю ролик и выкладываю, тоже кружка «Сиракез-партнер». Собственно, вот видите, у нас богатая, что называется, жизнь на канале. Мы друг друга радуем. Поэтому кнопка «Спасибо», которая появилась, она только дополняет все эти пряники. Призываю пользоваться кнопкой. Если у вас есть желание меня финансово поблагодарить, нажимайте смело эту кнопку и благодарите. Кстати, когда нажимаете, вы увидите анимацию красивую, а ваш комментарий, который вы напишете на канале, будет выделен определенным цветом. И это смотрится стильно. Всем удачи, всем пока. Увидимся. Спасибо спонсорам. Вы настоящие. Пока.